До конца года в карту сакральных мест Казахстана планируется ввести еще 27 историко-культурных объектов области. Эта информация прозвучала на лекции участников первого форума историков и краеведов в университете имени Коркытаата. О сакральных местах Казахстана и региона рассказал студентам своей лекции Эркебулан Елиев. Он уже свыше 10 лет работает научным сотрудником в областном учреждении по защите памятников истории и культуры. Отмечено, что на сегодня в проект карты сакральных мест Казахстана вошли 600 объектов. От нашей области было представлено 84 объекта, отобрано 47. Но этот список будет еще дополняться. В этом году планируется внести в него еще 27 объектов. В проект карты сакральных мест Казахстана вошли 100 объектов общенационального значения, 500 регионального. По Казахстану всего отобрано 600 объектов. Первый этап – это выпуск энциклопедии тиражом 5000 экземпляров. На втором этапе – издание в регионах сборников. Далее – широкая презентация этих объектов, создание инфраструктуры, организация туризма.